Я вам вопрос задаю. Деньги, которые вы сейчас получили за подписание акта, вы добровольно выдаете? Ну, денег, ну, к сожалению. Давайте нет. Спокойно, ладно? Деньги где находятся? Да, выходите. Я куда положил, наверное, там не лежат. В каком месте положили? Я не знаю, куда я положил. Откройте. Сюда положите деньги. Сюда положите тоже. Ну, я их брать не буду. Положите, если не брал. Я их не брал. Я вас спрашиваю, положите нормально? Дмитрий. А. Положите вы сюда деньги? Не положите, если вам нужно. Так, стойте. Понятай, смотрим. Понятай. Сейчас. Лёв, Саш, я смотрю. Остальные? Это что за день? Вчерашние? Добровольно тоже, да? Какая сумма? Остальные где? Где остальные? Давай. 15 тысяч здесь. Соберись. Вот сейчас вот считаю. Так думать пытаешься что-то. Еще раз давай посчитаем. 40 дома, так? 40 или 45 на самом деле. 40-45 дома. Вот эти вот 15, которые здесь. Подожди, вот она. А еще. Получается, реально начальник меня отдал? Вот. 20. Дима, начальник точно отдал?